встает на весы и вот так вот смотрит. Там горячее, брат. Это для прессы. Это для тебя, брат. Это я здесь все оплачиваю, брат. Там горячее есть, да. Концерт я должен был заспариться. В смысле, аншлаг — это баян. Обоснуй, понял? Так и первый волк сказал. А, блин, точно. Тут, блин, вот тут вопрос еще в том, что первый волк... Не знаю, те ли эти весы, которые на всех взвешиваниях UFC, но они такие прям, как будто бы бывалые, уставшие, как будто какое-то средневековое орудие, стенобитное, такие маленькие колесики. Вот грузик, сами отметочки. Обзор на весы UFC. Если бы я был бы каким-то автообзорщиком, я бы что-нибудь клевое рассказал. Диски радиусом 13 сантиметров. Это диаметр, кстати, извините. Вот так они выглядят. Не знаю, вдруг кому интересно. Вот так выглядит сцена. Можно посмотреть, как бойцам UFC дорожку выделяют. Даже вот специальный скотч есть, который светоотражающим. Светоотражающий. Который ведет из закадрового помещения, какое-то тупое слово, извините, ведет вот сюда. Ну вот, выходит боец. Встает на весы. И вот так вот смотрит. Так все и происходит. Единственный, кто следит за этим взвешением, Ислам Бабаджанов по прозвищу Дикий. 184, the official weight for Ikram Alaskarov. 145 and a half, the official weight for Muhammad Naimov. 170 and a half, the official weight for Rinat Fakhradinov. 136, the official weight for Muin Gafarov. 186, the official weight for Robert Whittaker. 205, the official weight for Magomed Gagiasulov. 206, the official weight for Johnny Walker. 185 and a half, the official weight for Antonio Trucoli. 171, the official weight for Nicholas Dalby. 258, the official weight for Alexander Volkov. 260, the official weight for Sergey Pavlovich. 185 and a half, the official weight for Shara Magomedov. Не торопился ты сегодня, да? Да, сегодня. Выспаться думал. Остановка тут слишком много гонять, они хотят бы стены свистать. Соперника видел? Нет, что-то не видел. Огромный. Большой, да? Да? Больше, чем Джон Джонс, говорит, да? Удивлен, что он за 7 часов, не 7 килограммов за ночь скинул, то есть приехал с самолета, ответственно подошел, как бы. Он ванит водой гоняет, конечно, на воде, и он с того боя, видимо, придерживал вес, когда сальто скинул. Шар! К такому высокому сопернику мы не готовились, конечно. Ну, мы бойцы. Нога достанет, тогда? Мы бойцы должны быть к концу года. Нога до года достанет? Ну, сейчас я вот расчетку делаю. А извини, можно сказать, что ночью больше за его вес, чем за свой волновался? То есть у всех волнительно же, когда ночью перед гонкой, ты больше хотел, чтобы он сделал? Не, я не беспокоился. Если же он не сделал, я бы, наверное, позвался на столько людей, приехал поддержать, столько людей ждут. И даже его гонорар не нужно подраться для своих фанатов. И порадовать будем, давно не дался, хочется подраться. Слушай, но внешне так увидел, как будто ты не сильно напрягался до гонки веса, да? Ну, я вышел, обычно тренировку сделал утреннюю, пустил, что часик где-то, минут 50 я попытел. Отпустим тебя восстанавливаться. Я на свой завтрак опоздал, так что ваши еды будут. Приятного аппетита. Там горячее, брат. Это для прессы. Это для тебя, брат. Это я здесь все оплачиваю, брат. Там горячее, да. Тебя специально оставили. Салам решает, как всегда. Я решаю. Короче, если вы все хотите, просто мой номер есть здесь. Происходит.
Это как в Терминатор можно, знаешь, это? Да, да. Он будет подниматься из лавы. Пацаны, что мы увидели? Ребят. Просто! Ехали, ну да. Друзья, теперь небольшая пауза, причем пауза из прошлого. Я сейчас, наверное, уже нахожусь в Эр-Рияде, а это я все записываю в своей уютной домашней студии. И хочется сказать спасибо ребятам из Alembet, которые помогли мне полететь в эту поездку на UFC в Саудовской Аравии. А кроме этого, хочется рассказать про наш замечательный телеграм-канал «Вестник ММА», где мы каждую неделю делаем интересную аналитику по турнирам. Кстати, аналитика по турниру UFC Саудовской Аравии уже тоже должна быть у нас в телеграм-канале. Я этого еще не знаю, я же в прошлом, а вы смотрите меня из будущего. Но она должна быть у нас на канале. Кроме нее, там каждый день новости, каждый день инсайды, каждый день анонсы крутых поединков. Все это в одном телеграм-канале, на мой взгляд, лучшем о единоборствах в телеграме «Вестник ММА». Подписывайтесь, а мы продолжаем наше видео. Пасынок. Да, как красиво. Тебе идет. Наклеили футболку себе просто? Сейчас, слышишь, мы остановимся у следующего, он наручники протянет. Ярослав скажет, надо надеть тебе, короче. Это такой обычай просто. Мягкие наручники и кляп. Тоже с пурпурным таким. Просто нет, он откроет задние двери, а переднюю не откроет. Задние двери, это так называется теперь? Ну, получается, что да. Ну, нет никаких гарантий, что она приехала. Ну, ты останься с ним, короче. Подожди, дай. Да, вон наши братья. О, все. Какие братья-то? Братья ли они? Мать поступлять в телефон перед моим. Одной членом. А если твоя мама поспорит с историей? Ну, она знает, кто. Бальтовик! Саламу алейкум, рахматуллах, баракату, тахияти иля Бутин! Спасибо! Бутин, спасибо, Бутин, Бутин, гуа! Ой, даже не знаю. Голуб, гауи! Так, вот UFC Fan Experience. Всякие различные активности чуть попозже вам покажем. Переносной, перевозной Макдональдс. Чуть попозже будет обзорчик UFC Fan Experience. А сейчас мы идем занимать какие-то местечки и смотреть, что происходит. Перед взвешиванием до него примерно полчасика. Надеюсь, будет интересная дуэль взглядов, но с другой стороны, прям если предположить, кто может что-то сделать такое горячее, как будто бы и не находится никаких имен. Чтобы вы понимали, уровень ажиотажа прям, ну, несопоставим с Абу-Даби. И вообще очень странный выбор, ничего не имею против Пантожи, Александра, но как будто вообще ни разу не тот человек, на которого должны люди прийти и с ним пообщаться. Не знаю, может быть, ну,
я там какими-то мыслями СНГ, да, мерил, но как будто бы, кроме как в Бразилии, даже в ней я не уверен, что Алешандро Пан тоже где-то интересен. Но, посмотрите, просто пустые места, не знаю, 100 человек катило, столько же, сколько было на открытой тренировке, если не меньше. Вот так вот. Вот переносная студия UFC. И вот даже я не помню, вы смотрели мой влог с UFC в Абу-Даби, но вот, ну вот просто совсем, ну, другое количество народу, другие вайбы. Я понимаю, что Абу-Даби, прошу прощения, Саудовская Аравия кучу бабок ввалила в то, чтобы сделать себе турнир, но вот как будто бы что-то не то. Интересно, сколько завтра народу придет, это прям очень интересно. Но как будто бы мало. Ярослав, как думаешь, что сказал Волков Сергею Павловичу, что чуть не случилась настоящая драка? Я думаю, они поспорили просто, кто победит в бою. Вот Александр сказал, что думаю, я бы одержу победу. Не, просто Александр что-то сказал, после этого разговор, да, начался? Да. Вот что сказал, типа, Александр, просто твои предложения? Либо шутки, вот то, что... Нет, ну что ты предложи, вот эти слова. Мне кажется, они определялись, кто, типа, кто от кого отказался. Вот, да, как вариант. Типа, кто первый подписал контракт на бой все-таки. Потому что на пресс-конференции Александр тоже дал понять, что он считает, Сергей немного лукавит, да. Ислам, ты думаешь, что сказал? Ой, блин. Что блин, сказал, мне не хочется Волков? Ничего плохого говорить об этом. Ну, у тебя ощущение, что... Нет, а почему плохое надо говорить? Я про твои ощущения. Про ощущения, я думаю... Он же ему что-то сказал? Да, сказал. Ну, Волков начал говорить. Да, Волков. Я так понимаю, он пошутил. Опять что-то сказал, и Сергей в ответ ему сказал: Саш, не шути. А я, по-моему, знаю, что он сказал. Вадим, у меня есть идея, что мог сказать Волков ему. Что? Завтра будет аншлаг на турнире. А, неплохо. Типа аншлаг. Ну, я понимаю. Дэн. Да. Говорят, что Волков сказал, что завтра на турнире Павловичу будет аншлаг. И тут разозлился. Он сказал, нет, будет Comedy Club. И они начали спорить, нет, что слово смешнее. Аншлаг, это же значит, типа... Sold out, да, как да. Перевел... Я не знаю, как зовут переводчика. Вот он перевел. Но не, да, деле... это было правильно. Теперь правильно перевод. А и... ты что думаешь? О чем они говорили? Да. Мне кажется, они спорили, какое издание лучше, Вестник, ММА или Ушатайка. Ну, блин, тут, по-моему, очевидно ответ на Ушатайка. Знаете, что сказал? Сергей сказал Саше, в смысле аншлаг это баян? Обоснуй, понял? Так ты первый Волков сказал. А, блин, точно. Тут, блин, вот тут вопрос в том, что первый Волков, типа, ну, условно, если бы Серега бы баканул Сергей, прошу прощения, тогда было бы, ну, более, да, как будто очевидно. А тут Волков инициировал конфликт. И Волков ему сказал этот, в смысле ты мои шутки не понимаешь, как бы, да? И он сказал, а что ты наш шлаг, бля, баяном назвал? Он сказал, завтра мы шутить не будем, чисто по-серьезки все. Ладно. Не до шуток будет, да. Да, ваши варианты пишите в комментарии. Он мне должен был косарь. Косарь мне должен был заспариться. Дай ебать. Ты сказал, что Шевикин брат с Сербом брат. У тебя вчерашний отказ. Ты сказал, что не будет брат. Я вот думал, что... Как я вам сказал? Ты сказал, что... Я говорю, что так, брат. Я не сказал, как ты мне сказал, что будет брат с Сербом. Спасибо всем, кто смотрит наше видео, но мы существуем не только в YouTube-формате. Настоятельно рекомендую подписаться на наш Telegram-канал, где мы в прямом эфире вместе с вами смотрим и обсуждаем турниры UFC, Bellator, ACA, PFL, One Fight Nights, RCC, NAIZA и многое другое. Постим самые свежие анонсы из мира MMA. Также подпишитесь на наш Instagram-канал, где мы проводим прямые эфиры, отвечаем на вопросы зрителей и освещаем инсайды с турниров. Еще у нас есть ВК, у нас есть еще и Дзен. И много чего другого. Все ссылочки будут в описании к этому видео. Хочется сказать вам огромное спасибо за то, что вы нас смотрите. Каждый комментарий, каждый лайк очень для нас важен. Мы на все отвечаем, все смотрим. Кроме того, вы можете нас поддерживать и материально. Также реквизиты у нас в описании к этому видео.
Спасибо вам и до скорой встречи.